Я являюсь основателем и директором компании «Хамон». Наша организация занимается уже более 20 лет строительством бань, хамамов и спа-зон. Я отношусь к этому, естественно, замечательно, положительно. Это здорово. Повторюсь, хамам в квартире – это очень хорошая, комфортная, нужная вещь. Холодная вода, буквально полдюйма труба, канализация для слива диаметром 50 мм и электроэнергия около 6-7 кВт, плюс канал вентиляции. Не более опасно, чем поставить стиральную машинку или нагревательный бойлер. Хамам с хорошим оборудованием, с качественным, не доставляет никаких неудобств. Современные парогенераторы, они сами прочищаются, промываются. С ними практически ничего не нужно делать. В первую очередь нужно смотреть на квалификацию строителей, на опыт фирмы. Не нужно покупаться на очень дешевые предложение хамама. Хамам очень дешевый быть не может. При использовании некачественной гидроизоляции клеев, которые не рассчитаны на температуру и влажность, мозаика может вздуться, керамогранит может отойти от поверхности со временем. Элементарно может быть течь через год, через два или через три соседям вниз или куда-то в смежное ваше помещение. Поэтому на этом экономить нельзя. На сегодняшний день каждый человек может поставить функцию. При подъезде к квартире или там, к дому на каком-то расстоянии запустить дистанционное включение парогенератора, и по приезду домой, не теряя ни минуты, вы можете посещать сразу